Привет всем! Сегодня я покажу вам, как делать цветок из бисера для нашего сувенира клубничка. Для начала необходимо набрать бисер розового цвета на проволоку толщиной 0,3 мм. Для первого завитка необходимо 9 бусинок розового цвета. Делаем первую петелечку. Далее делаем вторую петелечку. И третью. Закручиваем нашу проволоку до конца. Получился такой лепесточек. Для цветка их необходимо сделать 5 штук. У меня вот есть заготовочки. Сейчас будем собирать цветок. Берем еще один лепесточек. Просто скручиваем их вместе. Теперь необходимо нам сделать серединку. Для серединки я взяла белую бусинку. Далее присоединяем оставшиеся лепесточки. Последний лепесточек. Здесь нужен талант, это искусство. Лишнюю проволочку необходимо отрезать. Расправляем лепесточки пальчиками, чтобы цветок приобрел красивую форму. Теперь необходимо оформить стебелечек. Его я сейчас буду обматывать зелеными акриловыми нитями. Прикладываю конец нитки к стебелечку и начинаю закручивать вдоль стебелька. Нитка должна плотно прилегать к стебелечку. Теперь можно нить обрезать. Вот такой цветочек у нас получился. Очень даже симпатичный. Для нашего сувенирчика клубничка необходимо 3 таких цветочка. Делаем цветочки, листочки, как я показывала в предыдущем видео. И подписываемся на канал. Ждем следующий мастер-класс по сбору нашего сувенира.